товариства ВЮЗ Вознякова Олексія Олексійовича з доповіді системи контролю діяльності аграрного підприємства на основі супутникових систем обробки даних. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Прежде всего, разрешите поблагодарить вас за участие в таком мероприятии. Оно уже становится традиционным, и нам, как операторам, очень приятно то, что высшее учебное заведение приглашает подобные компании для того, чтобы мы могли рассказать о новинках в сфере IT-технологий и о новинках, которые позволяют автоматизировать работу агропредприятия и улучшить его работу и, соответственно, эффективнее им управлять. Тема моего рассказа я расскажу про четыре таких технологии на основе спутниковых данных, которые можно внедрять в предприятии и получать такую эффективность. Я разделю свой рассказ на четыре пункта. Это рассказ по системе GPS-мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Второй блок будет посвящен мониторингу дронами. Третий блок будет посвящен программе спутниковые снимки. Четвертый пункт будет посвящен точному земледелию и все, что с этим связано. Мой рассказ будет очень короткий, сжат, и после него я просто отвечу на вопрос, если он появится. Итак, что такое GPS-мониторинг транспорта и вообще что из него можно получать? Это прежде всего контроль в режиме реального времени, это местоположение, маршруты, движение сельхозтехники, расход топлива, все заправки, сливы, дата, время выезда и заезда и площадь обработанных полей. Эффектом внедрения данной технологии является нами замечено и замечено на наших клиентов порядка 30% затрат на топливо за счет исключения нецелевого использования, очищения топлива и не, скажем, повышенного контроля затрат. Как же это выглядит? Вот мы видим онлайн-контроль техники. Это когда мы наводим мышкой на технику и выдает такое окошко, где указано техника, скорость, сколько он проехал за данный период, сколько в баке у него топлива и с какой скоростью сейчас он движется. Данные также можно получать в режиме реального времени и за любой указанный период данные хранятся год. На втором слайде показано, как работа трактора за указанный период. Мы здесь выбрали период там, с 10 до 11 часов, и мы видим, как работала техника. Мы видим скорость, мы видим, как работала техника, какой участок обрабатывал, то есть свой или чужой, соответственно, скорость, дата, время, когда приступил к работе и так далее. На следующем слайде показана уже аналитика. Здесь показаны зеленым выделены заправки техники. Мы видим, как это в разных местах. Мы видим остановки и стоянки. И красным выделены, указаны стрелочками, это все-таки сливы топлива, где происходили хищения. Программа сама сигнализирует и выделяет это на карте специальными красными значками. Кратко я закончил по системе мониторинга транспорта и хотел перейти к теме мониторинг дронов. На данный момент мониторинг дронами – это, скажем, новинка в сфере использования сельского хозяйства, и многие считают пока больше как игрушка, да? И многие дилемма
это тупить по интеграции, но все-таки ее можно использовать и на благо сельского хозяйства. Все-таки наш опыт и наши, скажем, внедрения показывают, что это все-таки не игрушка, а можно ее использовать и эффективно использовать в экономике. Что можно делать и что можно контролировать с дронами, это посев и опрыскивание растений пестицидами, это схожесть культур для определения проблемных участков на разных стадиях. И при облетах полей самое важное, можно заметить злоумышленников, которые воруют поле. Эффектом данной системы все-таки является контроль, выполнение работы и борьба с воровством. Дальше я покажу, как же это выглядит на практике. Это не сам дрон, это небольшое устройство, небольшой аппарат, который с пульта можно ним управлять и оперативно, скажем так, ним управлять. Он за несколько секунд набирает высоту девятиэтажного дома, и просто за 10 минут он может облетать огромное количество полей и видит просто огромную территорию. Как же это выглядит на практике? Вот дрон летит и видит, как с поля ворует культуру. Да? Это все буквально за несколько минут заметно. Дальше можно видеть такую картину, как идет незаконный выкос культур именно в середине поля. Почему? Потому что с края поля ни с какого взглядом этого заметить нельзя, поэтому это все делается только можно заметить с высоты. Итак, переходим к следующему блоку. Это спутниковый мониторинг полей. Это такая тоже новинка программы. Она, скажем, только на данный момент ее внедряют пока только в агрохолдинги, и уже многие в сельские хозяйства поменьше уже интересуются, и уже некоторые из них начинают внедрять данную программу. А что дает эта программа, что дает этот мониторинг спутниковых полей? Это программа покажет распределение зеленой биомассы по полю. Она покажет общую оценку состояния посевов. Она покажет содержание воды в зеленой биомассе. Покажет содержание органического вещества в почве. И покажет границы площади обрабатываемых полей. Эффект внедрения. Это доказано на 40% можно уменьшить применение удобрений. Как же это выглядит на практике? Вот так на снимках можно видеть зараженные вредителями участки поля, там, где уже указано, и даже здесь проблема связаться с соседями и обработать поля, чтобы они не переместились на соседские участки. Это можно заметить как обнаружение заражений подсолнечника. Дальше можно заметить тоже заражение подсолнечника огнем, как вот на территории вся была заражена. Также можно заметить временный застой влаги. Вот на данном участке мы видим как затемнение. Вот на этом участке оперативно приняли решение не засеять данную культуру, а дать стоять. Следующим блоком. Это такой важный пункт, это точно земледелие. Это тоже ресурсосберегающая технология, которая еще все-таки не на всех сельских хозяйствах применена. Какой же эффект, для чего это нужно? Какой эффект от внедрения? Это уменьшение пропусков и перекрытий при выполнении операций. Это экономия материалов, топлива, времени на проведение полевых работ. Это контроль качества эффективности работы техники. Это точное движение агрегатов в ряде. Это снижение нагрузки на тракториста, машиниста. Возможность работы точно в ночное время суток и в условиях холода. Основная задача данного оборудования, когда трактор тащит навесное оборудование и не видно краев при обработке. Да?
То есть при развороте, чтобы не было снова нахлёстов, здесь показаны нахлёсты, а вот здесь показаны уже пропуски. То есть при нахлёстах обработка идет повторно, а при пропусках земля не получает таких удобрений, которые вносят. Также существуют разные способы обработки. Здесь мы подробно указаны оборудование. Так выглядит так называемый курс-указатель для трактора. Несколько слов о нас в завершение. Компания основана в 1998 году, 25 лет назад. Направление GPS-мониторинга 2012 года. Обслужим 134 аграрных предприятия. Наше местонахождение – это город Кременчуг, улица Троицкая, дом 33. Наш телефон 067-111-5611. У меня кратко все. Если есть вопросы, то не ответим. Дякую, Олексій Олексійович. Можливо, є запитання до доповідача? А можна запитання від доповідача до доповідача? Просто я пам'ятаю, ви не брали участь в нашій обласній виставці, а коли там доповідали, там є елементи супутникового спостереження за посівами в системі SoftFarm, там було запитання, а чи є у вас визначення заражених участків поля? Детальніше ще раз можна прослухати, якими засобами у вас ведеться спостереження за шкідниками на полях? Що є, які є можливості, спектр хвороб, які ви можете визначати, або наскільки це дорого коштує для використання? В шаблонах справочниках там сотні варіантів болезней, скільнику і так далі. Програма сама аналізує і дає вже підказки по даному віде. То вона визначає сама цю хворобу, так? Она сама обозначает, сама дает рекомендации, сама указывает по GPS и по координатам, где это вообще так и так далее. Стоимость обслуживания данной программы является $1 с гектара в год. Вы працюєте тільки з крупними компаніями, чи є у вас і, наприклад, фермерські господарства? У нас різні спектри, де є і маленькі, і середні, і великі. Вам призначені масштаби, там багато під гектара коштів, да, ваші кошти? Там, ви маєте за програму? Ні, не здавайте. Давайте услуги там. Вартість кошту у вас від гектара? Нет, никаких, да, вартість кошту за 1 гектар, $1. Все 4 вот этих можно в 1 гектар, да? Ну, все 4 направления будут, да? Нет, это разные направления. А по какому вопросу дают? Вопрос, доллар это программа мониторинга полей. То есть это только третий пункт, только 1 доллар. Це не так, що одна хвороба – один долар, і вода – ще один долар. Доступ до програми повного функціоналу програми спутникового моніторингу полей составляє $1 в год. Тепер понятно. Це все, що стосується повністю третього пункту моніторинга. А GPS мониторинг дронами, то есть дополнительные функции получаются, правильно? Да, здесь необходимо иметь сам дрон. Конкретно он вооружается с товаром, да? Да, здесь уже приобретается сам дрон, который можно делать и... Значит, самим дроном можно делать оперативный облет и оперативный мониторинг полей. Потом этот сам дрон можно уже комплектовать дополнительным устройством. То есть есть там ряд спектральных камер, которые уже могут анализировать на разные... анализировать разные, скажем, на разные функции, там, где баг, где, да, уже с помощью банка. Олексій Олексійович, зараз я думав стерти. От моніторючи ринок, який процес підприємців ваших або це площі, які подібні не продуктами користуються? За скільки продуктів? Ви знаєте,
Я непосредственно принимаю участие в том, что у меня есть большой отдел продаж, я к собственной компании, очень часто звоню клиентам и интересуюсь. Иногда я, казалось бы, там, вот последний пункт про точное земледелие. Вот буквально недавно звоню в одну очень крупную компанию, там порядка 5000 гектар земли. Я говорю, а вы используете курс указатель систему точного земледелия? Они говорят, а что это? Я же оторопел, не понял, говорю, как это, что это? Ну, говорят, что не было там нахлёста, там пропуска. Нет, мы используем, мы сразу выпускаем 4 там, трактора, которые каждый идет по виде колея, и в эту колею он сдает. То есть парадокс в том, что крупные, казалось бы, достаточно крупные предприятия еще не используют эти технологии. Второй есть, скажем так, пример, который тоже по крупным предприятиям, которые в топ там, 50 крупных агрохолдингов, задал вопрос, а вы используете там систему GPS-мониторинга транспорта? Если так когда-то купили в каком-то там, в 2012 году, оно что-то показывает, какую-то там точку и все. И казалось бы, они купили, установили, но эффективности не получают, то есть не получают ту аналитику, которую можно получать сейчас. Данные технологии как бы во всем спектре используют всего там, 5-10 агрохолдингов самых крупных, которые используют вот, весь спектр. Остальные еще по некоторым причинам еще не используют. Присматриваются, одни говорят, мы вообще не используем ночные работы принципиально. Для меня тоже было загадка, почему. Да, то есть, мы принципиально приняли для себя решение не вести ночную работу. Что на видео? Раз не жупник. Яке у вас найминимальне, так сказать, фермерське господарство, яке вами чи вашою фірмою обслуговується? По площаді? 500 гектарів вам було. 500? А які ви можете найменше робити? Не ви, а фірма. Последние датчики топлива поставили хозяйство в 200 гектаров. Возможно, коллеги из банка. Мы не знаем, мы не запрашиваем эту информацию, какое количество гектаров. У нас фермеры на Полтавщине понад 1000 фермерских господарств, которые имеют до 100 гектаров. Вот я что интересуюсь. Я отвечу на вас вопрос. Иногда когда мы ведем работу, вот так, мы все равно ведем с ними работу, да, то есть мы все равно, скажем так, понимание того, что они или вырастут, да, или сейчас, чем мы сталкиваемся в маленьких хозяйствах. Вот он говорит, у меня один трактор, я сам на нем езжу, его сегодня нужно контролировать. Поэтому, вот скажем так, мы или ждем, что есть у него наемный трактор, что он уже может это делать, или какие-то работы даем, скажем так, бесплатный функционал, который он может сломать время и использовать. Для нас нет ограничений от, я просто как бы статистику эту знаю, вот, поскольку он минимальный. Вы заключаете угоду фирма на рік чи на... У нас некоторые клиенты обслуживаются по 7, по 8 лет. А ще одне таке питання, якщо дозволите. Ви займаєтеся тільки наданням цих послуг, чи ви, можливо, постачаєте, можете продавати таке обладнання на підприємство і навчати персоналу? Ми і услуги робимо, і обладнання продаємо, і монтуємо, обслужуємо. Обучаем от оборудования до обучения. У нас это всего процентов 30 функционалов, которые у нас как делается для аграрии. Я хочу доповнити і підтримати Олексія Олексійовича в тому питанні, що була сказана фраза про те, що на сьогоднішній день користувачі навіть системи GPS-моніторингу транспортних засобів використовують надані їм системи в якомусь відсотку. Ніхто їх повністю на сьогоднішній день не використовує. Якщо справа заключається в тому, що просто забезпечити збереження паливомастильних матеріалів, встановлення датчика рівня палива за допомогою трекера і показувати, скільки хто злив чи якось, це саме мінімальне, що можна використовувати.
Але ж ви пойміть правильно, що це є функція аналізу для того самого директора підприємства, якщо ці функції, наприклад, які функції це може дати? Це може дати про навики того ж самого водія того транспортного засобу, який або правильно експлуатує цей транспортний засіб, або ні. І тоді треба приймати рішення, або його підготувати до цієї діяльності, або наоборот його поміняти, як до того. Чого? Тому що за собою це витягне що? Або вихід із ладу транспортного засобу і так далі, тому подібне. Мало того, далі використовувати ті дані, які отримуються за допомогою GPS-моніторингу або точного землеробства, в якійсь загальній системі обліку і аналізу, це основне. Максимально їх використовувати по всій потужності. От чому є, будемо так говорити, актуальність даних систем. Не просто поставити для того, щоб я бачив, чи поїхав тракторист Михайло Іванович там до сусідки, чи не поїхав. Вийшов він за межі поля, чи під час оранки він не тільки свої угіддя там обробив, а ще й заробив собі якісь там. Тобто максимально використовувати ті функції, які надаються. От де є професіоналізм використовування даних любих інформаційних систем. Дмитрий, спасибо за дополнение. Я хочу немножко добавить в ваш прекрасный рассказ. Система GPS-мониторинга, еще есть такая одна интересная особенность, которую мне приходится прямо так чуть не заставлять это делать аграриев. Это в режиме реального времени показывается скорость обработки полей. Столкнулись с тем, что для того, при уборке урожая комбайнер хочет это сделать с большей скоростью, чтобы быстрее убрать, И столкнулись с тем, что комбайн при большей скорости не успевает так качественно обрабатывать, то есть остаются какие-то части еще. Программа в автоматическом режиме анализирует и уведомляет в режиме реального времени о превышении допустимой скорости. Допустим, больше 4 км в час. Уведомил и прям такими красными, обратите внимание, что такая техника превышает скорость, введите оперативное действие по устранению. Поэтому некоторым приходится, вспомнил ваш вопрос, о том, что все ли используют. Иногда приезжаем, иногда при покупке, вообще стало, то есть купили оборудование, установили на транспорт, и кому-то поручили, там, допустим, начальнику службы безопасности, чтобы это контролировать. Мы приезжаем, а у него компьютер накрыт скатерочкой. Да? Вот такой. Вы открывали, смотрим по статистику, вы используете данную систему? Говорит, да, что-то она не работает. А смотрим статистику, он заходил туда полгода назад. Все еще ведет и берет как бы, по старинке, ведет журнал, какая техника выехала, куда выехала. Поэтому, к сожалению, с таким тоже сталкиваемся, поэтому не все еще используют новые технологии. Дякую. Да, спасибо.